Why Russia doesn't carpet bomb Ukraine? Why Ukrainian cities haven't been leveled to the ground the way Iraq and Afghanistan were? These and other questions bothered Jeff Monson, American-born Russian citizen. Jeff had opened many wrestling schools for kids free of charge, some in Donbass area. He traveled there many times and brought humanitarian aid to help people that suffered from the conflict for long 9 years. In one of the most recent trips, Jeff Monson and volunteers of the Young Guard of United Russia social organization have delivered medications for Lugansk People's Republic servicemen on the front line. They brought antibiotics, cold medicines, remedies for burns, irrigation tubing sets, isotonic solutions, painkillers, medications for surgery, field surgeon wear, etc. Jeff enjoys spending some time with soldiers and asking them different questions. Please listen to yourself what this Russian soldier has to say about the conflict. So the battle line's like 7 kilometers there. Why doesn't Russia come with aircraft and bomb this area and like make it easier? Why are all the ground troops here? Why? Because you're losing a lot of people. Why not just bomb the area? Почему русские? Мы, я понял прекрасно ваш вопрос. Дело в том, что там мирные жители очень много, дети, старики, женщины, а мы не можем убивать мирных, иначе мы сами превратимся в фашистов. Поэтому мы ценой своей жизни, не применяя ковровых и больших бомбардировок, штурмуем города. Выводим через зеленые коридоры также штурмовыми группами. Допустим, мы заняли какой-то квадрат. Если там есть мирные жители, мы их выводим из-под огня, потом зачищаем. Подарок. Наш это традишн. Спокон веков, как бы ему так задалось еще с Афганистана, с Чечни командиры солдатам дарят. Ну, вот так, часы это вот. Военная традиция, мой подарок вам лично. It's old Russian soldiers tradition. Commander give present for soldiers. Аккуратно, здоровье. Спасибо, с Богом. Мы уже обстрелялись уже давно здесь. Мы знаем, ну как, я еще в 15-м году на ленточке был. Сейчас здесь, и у нас здесь уже костяк. Ну, я там, у меня было пара отпусков, но я там 2 недели ездил, у нас периодически с 15-го года? Не с 15-го, это я в 15-м первый раз здесь был, а теперь сейчас вот уже. Второй раз? А второй вот сейчас уже. В феврале или когда, в каком месяце? Ну, я в апреле зашел. In April. С апреля здесь, и мы возвращаемся сюда, мы знаем, с какими целями мы здесь и для чего. Это наша земля, а что касается моего рода, у меня прадед с прабабушкой из Донецка. So I have to ask this question. So I seen this with my eyes, but I want to ask you. So people from Donetsk, Lugansk, the Donbass area, they want to be part of Russia, or they want to be part of Ukraine. They support Russia, or they support Ukraine. Россию, конечно, поддерживают, ну, славянское население. Да и с той стороны тоже есть люди, которые, конечно, все понимают. Но это правда жизни, это истина. Так было, так есть и так будет всегда. Это наша земля, мы один народ. И мы его не делим никогда, как в России, так и на Украине. Мы все, ну, все славяне, все под одной, ну, на одной земле. И наши прадеды воевали бок о бок вместе. Сейчас просто современный мир такой, что расколол. Хотят нас, короче, расколоть, раздорить, чтобы мы стали слабыми. Но это никогда не получится этого. Еще сказал Нестор, ну, там, из истории, Москва Третий Рим, четвертому не бывает. И переведите, они воюют за деньги, та сторона. Ukraine soldiers fight for money. Да, а мы за землю. Земля родная. So there, and another question is like, there, America says there's like one battalion, like the Azov battalion or whatever. In Mariupol, but the Nazis,
but the Nazis in the Ukraine. Ну, я когда мы сталкивались, конечно, видели. Мы видели это и по символике, и самое главное. И а кресты, по... да, что там? Да, кресты, наколки, ну, кресты фашистские, да. И по действиям. Ну, это фашисты. Именно они не только внешние, но и внутренние. Ну, фашисты. I wish you the luck. Писать, please, пожалуйста. Хочу, чтобы ты себя сохранил. Да с Богом, всем сохранил. Вам тоже, дай Бог. Главное здоровье. Здоровье, счастье. Не только наше, но и будущего поколения. Поэтому мы здесь. Я понимаю. Да. Поэтому это. Мы здесь не только за себя, но семьи, дети, все там, вся страна за нами. Поэтому. Сколько детей у тебя есть? Нет, жена есть, детей. Еще Бог не дал, но очень хочется. Стремимся к этому. Потому что дети — это наше будущее, это наше все. А здесь мы не только за своих детей, мы вообще за всю страну, за всех детей России. Ну и Украины, и мира. Все. Страну, родину. Поэтому мы за идею. Я переживаю, что спасибо, все будет хорошо. С Богом. Я очень счастлив. Для меня это такая неожиданность. Я вас только по телеку видел, а тут ну, такая встреча еще в таком месте. Ну я, у меня слов, вот, я не могу это выразить. Ну, это я пошлю отцу, другу, тренеру, вот, автографу. Это я книгу ну, тоже оставлю брату. Вот, все, что вы мне дали, я в Сибири дошлю. Да. Для нас это ну, счастье приятное. Знаменательно. Я нарюсь видеть тебя еще. Да, обязательно. Да. Мир тесен. Да. Видите, где встретились. Я никогда бы не мог подумать, смотря вас по телевизору, болея за вас, видя ваши бои, что вот здесь встречусь именно с вами в этом месте. Ну, вот я очень рад, честно. Спасибо. Ну, ваша поддержка, вашим присутствием, не только вашим, всех, ну, действительно, она помогает. Она помогает именно... дает нам чувство, что мы не забыты, понимаете, что ну, о нас помогает нам беспокоиться, ну, за нас переживают все, не только родные, а мы за страну боремся, и страна за нас переживает и помогает, это самое главное. Так было, так есть и так будет всегда. Как-то так.